сейчас пройдусь по салону. Нет, если получится нормально, нужно в типотеке будет. Да. Получится нормально, я больше заказываю. У меня там по одному зайдет. Много сувенирной продукции, всяких интересных вещей, поделок из янтаря, украшений. А здесь вот продаются книги Александра Леснянского, его фотоальбомы «Забайкальский край», «Чита – это где?». Ну и очень популярные картины с изображением вот багульника. Нашей природы. Да, нашей природы. И вот вверху север Забайкальского края, Кадар. Так что вот тут можно выбрать любой подарок. На любой вкус, к любому празднику. Тут вот деревянные изделия. Ну, есть, конечно же, и матрешки. Куда же без них? Изделия из льна. Вот такой интересный салон.